Активисты «Единой России» поддержали мероприятие в рамках реализации проекта «Детский спорт». В честь Дня физкультурника на многих площадках Одинцовского городского округа проходят спортивные праздники и соревнования. Одной из таких площадок стал стадион школы номер 1 в Звенигороде, где прошел турнир по футболу среди команд мальчиков 2013-2014 годов рождения. В рамках реализации проекта «Детский спорт» мероприятие посетили члены партии «Единая Россия» Одинцовского округа.